25 октября 2024 года хор православной Свято-Никольской классической гимназии города-курорта Кисловодска вместе со своим руководителем Синявской Татьяной Сергеевной принял участие в конкурсе фестиваля казачьей культуры «Между кум-то реки, между териком». Конкурс состоялся в честь 97-й годовщины со дня рождения Андрея Терентьевича Губина. На нем присутствовало более 200 человек из городов и станиц Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик. Фестиваль, по словам организатора мероприятия Олега Вячеславовича Губенко, направлен на воспитание казачьей молодежи, развитие казачьей культуры, сохранение и передачу потомкам традиций и обычаев терских и кубанских казаков, знакомство с творчеством Андрея Терентьевича Губина как летописца казачьей истории, с особенностями поэтики и стиля его творений, сохранение и развитие самобытной казачьей музыкально-песенной, танцевальной, вокальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры. На фестиваль были приглашены коллективы общеобразовательных школ, домов культуры и центров развития творчества кавказских минеральных вод. Участники могли продемонстрировать свои творческие способности в разных номинациях, таких как театральная постановка, казачья песня, художественное слово и видеоролик. Из 44 участников главными призерами стали 28 конкурсантов, из них 10 лауреатов первой степени. Первые места в своих номинациях заняли творческие коллективы и индивидуальные участники из городов Кисловодска, Новопавловска, Лермонтова и станиц Советской, Старопавловской и Зеленчукской. Итак, в возрастной категории 13-18 лет лауреатами первой степени стали в номинации «Театральная постановка» театральная студия «Шкатулочка» православная Свято-Никольская классическая гимназия. В номинации «Казачья песня. Сольное пение» Арина Синявская. В номинации «Казачья песня. Ансамбль» хор православной гимназии. Всех участников фестиваля поздравил протоиерей Стефан Фещенко, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Пятигорской и Черкесской епархии. Всех финалистов конкурса наградили дипломами и памятными подарками.